2013 год будет столь же насыщенным, я думаю, даже более насыщенным, более плодотворным. Он пройдет под знаком восстановления Тульского Кремля. И здесь я, конечно, благодарю всех вас, ваших коллег, за понимание, активное участие в восстановлении нашей исторической святыни. Мы будем ремонтировать дороги, строить детские площадки, детские садики, спортивные комплексы, сооружения. Я и в этот раз готов сказать, мы со многими сложностями, которые есть, препятствиями, безусловно, справимся и все преодолеем. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть мечты, которые есть у каждого из вас, сбываются и появляются новые. Желаю всем вам, вашим семьям гармонии, здоровья, счастья и любви. Пусть следующий год будет лучше, чем год уходящий. С наступающим Новым годом вас!